И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сундук, Арекс, Серега. Как всегда, отличное настроение. Сегодня играем Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Мы всегда делаем обзоры классных аниматроников. И дошел черед до рэгдоллов, потому что здесь рэгдоллы, которые вы ни разу в жизни не видели. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем делать трендовый ролик. Серега, ты готов? Пацаны, рассказывайте, кто знает, что это за аниматроник? Это жабка Жужу. Не-не-не, это Хэппи Фрог. Ее да, зовут так он и называется. Frog. Да, красава. Что мы можем делать? Мы можем делать позинг. Мы сейчас будем аниматроников ставить, не будем их удалять. И в конце ролика у нас будет тут куча аниматроников. Ну, а потом вы знаете, что мы им сделаем. Увеличим головы. Нет, мы их взорвем. С увеличенными головами. Что это за железбиздрик такой прикольный? У него в руках фонарик. Я могу руку так вперед, да? Ну как-то рахитно уже смотрится, но мне нравится. О! Так, а ты можешь увеличить, допустим, одну ногу левую или правую? Могу. А ну, лупани ему бы. О! Ладно, давайте будем продолжать, потому что у нас очень много аниматроников, надо успеть показать всех. Есть у нас еще такой. Давайте я буду Сереге помогать. Чпоньк. Его зовут мистер Гиппо. Правильно, красава. Гиппопотамус. Представляешь, у нас тут Серега есть человек, который знает больше, чем ты. Да. За себя ничего не буду говорить, потому что я даже не участвую. Так, так. Так, у нас есть насос еще, да? Мы можем насосом увеличивать всякие штучки. Допустим, вот так. А, ну понял. Так, подождите. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Чпоньк. Есть вот такой у нас. Так, это у нас Нетбир. Вот ты откуда все знаешь? Да, секрет. Ты еще такой челик, который у меня жизни потратил. С аккумулятором. А зачем вам аккумулятор? Ой. А что он такое? Что я поставил? Давайте я здесь поставлю. Еще разок, стойте. Мне не нравится, как он стоит. Нет, это все-таки его родная поза. Может, это слон из гимнастику показывает? Я не знаю, что это за... Нет, он связан, ну, с его именем от Элефанта. Элефант. Ой, с этим... ой, он, короче, еще дерется? Эй! Он убийца. Блин, он какой-то стрёмный. Давайте мы просто его поставим, чтобы он был. Нет, все-таки он очень опасный. Нет, очень дебильный и опасный. Так, давайте дальше. У нас есть еще вот такие вот есть аниматроники. Это у нас глич. Да блин, ты уже с той серии еще пришел, а? Блин, вообще все зависло. А где он? Нету его. Так, его, значит, нельзя этим модом ставить. Давайте мы его просто подвесим и посмотрим на него. Ай. Я тоже не рады. Так, это глич у нас. Немножко так он грустный. Ой, ничего себе, какой грустный вообще. Сама грусть у него. Такой какой-то модный. Так, давайте мы вот так одну ногу ему сделаем по-модному. Вот так и вот. И ходит он, кстати, модно. Руки вот так подтягивается. Здесь что у него тянет в сторону. Ну и нормальный, чё. Прикольный аниматроник. Дальше Серега у нас идет. Старается здесь. Так, это кто у нас? Человек как будто надувная, не настоящая. Плюш бэйби. Прикольно. Так, у нас уже достаточно здесь аниматроников. Продолжаем дальше. Есть еще крутецкий пак. Это у нас Sister Location. Валора. Что-то она маленькая, больно. Да чё, нормально, мне нравится. Ребята, напишите потом в комментах, какой больше всех аниматроник вам понравится. А я скажу, если не забуду. Чё, прикольная Балора, мне нравится. Голова мне немножко... Тоже. Ой, что ж ты... Что ты за баг такой? Да ну не надо, она танцует. Странное очень движение она делала. Ладно, давайте зафризим. Ну так ей даже лучше, да? Нам нельзя ничего, мы все, что нам попадает в руки, мы все портим. Поганцы такие. Так, это что челик может? Давайте мы ему тоже голову расфризим. А ну-ка, побей его. Он тоже уставший. Прописал тебя башкой, нормально. Так, Серега ожил. С
Серега, у нас тут танцы, ты видишь, что он чудит? О, мы можем мультики делать, мы можем наложить. Как у вас дела, типа, анимация? Само делает, как? О, прошло. Давайте дальше, потому что реально очень много штук скачали. Вот такое вот есть. Давайте сразу поставим. Серега, давай их, вставляй их. Я застрял. Он меня не отпускает, Димас. Это убийца. Два убью. А зачем нам две бэйби? Так надо, так надо. Так, у нас есть... Серега, что это за аниматроник? Посмотри, что это? Это Минирина, это Минирина. Откуда ты всех знаешь? А Минирина, они вместе с Балорой танцуют. То есть их несколько в оригинальной игре. Систер Локейт. Так, этого ты точно знаешь. И все, кто смотрит, они знают всех. Понял. О, господи. Тайм Фокси мне больше нравится. Вот пока так. Из этих пока что. Давайте ему удалим одну штуковину здоровенную. Так, Серега, давай какую-то позу ей прикольно запилим. Так, сейчас. Она обиделась. Загрустила. А ты че грустишь? Давайте расфризим ему руки. Кстати, давай типа она танцует. Сейчас мои ноги расфризим. Она как будто падает жопой, Димас. Да нет, у тебя жаба просто давит. Ты не можешь так жопой вниз падать. Чпонь. Так, а это кто? Это Фонтан Чика. Молодец, красавчик. Так, расфриживаем ей руки. Ой, что-то в руках. Ага. Печенюшка. Да, в Sister Location ее увидеть нельзя, только в ULK, то есть Ultimate Custom Night. Ой, не ту ногу трогаю. Прикольно, очень детализировано сделано. Разработчикам респект. Давайте тоже и прикольно ноги сделаем. Во, дискотека. Надо все-таки одно из них сделать типа балет поза, типа в балете парит. Так, ну что, давайте дальше. Есть у нас еще крутые аниматроники. Вот этого я не знаю, если честно. Во, кстати, наконец-то я нашел тех, которых ты не знаешь. А у нас их много здесь крутых. Ай, зависит. Это фиолетовый спрингтрап, ушка какой-то дохлый. Это обычный спрингтрап. А это тот же самый фиолетовый спрингтрап. Это тоже спрингтрап. Тут все спрингтрап. Да-да-да, это целый пак. Кстати, весит 200 мегабайт. Я не знаю, почему так много, но вот так вот оно весит. Ой. Так, давайте теперь их рассмотрим. Никто это не знает. Мне кажется, вот этот вот, он более такой новый, чем этот. То есть, Spring Bonnie как больше. Да. Так, давайте расфризим ручки, чтобы не мешали нам. Блин, на них стоять можно. Они классно анимированы. Смотри, сцепились, кенты, короче, на... Тю, хотел сказать, Серега, смотри, какая прикольная фишка, голова у него большая. Это ты делаешь им большие бошки. А этот безголовый вообще, вон, смотри. Серега, прям видно кишки, ты видишь? Да. Офигенно детализировано. Я не знаю, так и должно быть розовое, или это мне какие-то модельки не скачались, текстурки? Это, видимо, текстурки. Материалы. У тебя тоже, да, Рон? Да, да, да. Можно так и сделать, разработчик, специально? Вот этого, вот этих фиолетовых я могу назвать Purple Trap'ы. Он просто подходит. Да? Ну, больше всего подходит по их фиолетовый расцвет. Серега, видел, какой это глаза прикольно сделаны? Где? Самого первого, вот, который я стою. А, ну это дохлый. Давай мы, короче, этот увеличим бошку чуть-чуть. Ой. Ой. Ну а не настолько. Подожди, стой, маска улетела, маска... О. Как-то странно сделал разработчик. Видишь зрачки внутри под маской? О. Серега, как ты оценишь этот пак? Я даю ему 10 из 10. Очень детализированно сделан. 7 из 10? А чё? Если бы это был бы пилпак, и скажи, было бы классно. Ну, да, было бы реально классно. Ну, вообще, семерка, это минус 3 балла из-за того, что вот эти ерорки. Так, Серега, теперь у нас вот так... Ой. Да. А, он когда лежит? Короче, это, смотри... Блин, прикольно, он целиком увеличивается. Ля-ля. Он какой-то жирный стал. Давай еще. О, Серега, пиццу можно увеличить. Давай еще. А, нет, пиццу нельзя. Да блин, он всю пиццерию занял уже, этот кабан. Да ну, Серега, он не влазит уже.
Давай, давай. Хватит, пожалуйста. Блин, ребята, это однозначно лайк и подписка, потому что ролики выходят каждый день. И веселимся, вот как сейчас вы это все видите. У нас такой есть чили-пиздрик. Вот такой чили-пиздрик. А чё все одинаковые они? О, вот этот жирный... Нет, давайте мы его все таки поставим. Да, это просто эндоскелет его. Да все, Серега. Ну мне жаба давит. Да эти сами по себе жирные. Вот он, йодлер. Вон, смотри, какой жир. О, этот какой-то шляпе зеленый. А я его... это... Жирный какой-то у нас получился, челик. Так, давайте ему руки. Расслабь руки. Блин, что вы с ним сделали? Это какие-то монстры у нас. Не аниматроники. Я уже представляю, когда будем из цепи так можем поиздеваться и статуи голову увеличить. Так что, ребята, если вы хотите, ставьте лайкосик. Или напишите в комментариях, мы хотим из цепи, и мы сделаем такой же самый обзор рэгдолла в цепи, потому что там есть такие угарные фишки. Смотри, какие прикольные штуковины. Это... О, это из Хэллоуина. Это что за кучерячка там? А, у нас страшно. Есть похожее. Есть, есть вот у нас. Вот этот Бонни из хэллоуинской версии, это Джекоб Бонни. Да? Да, это хэллоуинская версия. Очень классные. Очень детализированные. И, конечно, знаете, что мы сейчас делаем? Проверим их на прочность. Серега, а где бомба? На улицу глянь. На улицу глянь. О, вот такая слабая бомба. Это царь бомба. Ой, говно какое-то, взрывай. Ой-ой-ой. Сейчас. Она просрала, Серега. Сейчас, сейчас. Не-не, не просрала. Просчитается, да? Офигеть, не хочу аннулировать, хочу посмотреть, что будет. Только, Серега, больше не взрывай. Все-все-все, хорошо. Так, давайте проверим. Ой, тут уже два трупа лежат. Подождите, а где рэгдоллы все? Улетели. А вот они. О! Нифига себе. Офигеть. А, зачем я испугался, ноги торчат. Итак, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!